По поручению градоначальника Айтказы Карабалаева проводится полная ревизия состояния уличного освещения Тараза, потому что в некоторых его частях вообще отсутствует свет. В целях устранения данных нарушений инспекторам и ответственным лицам было дано поручение провести рейдовую работу. Подробнее в материале. В ночное время на многих улицах города Тараза остро встал вопрос с освещением. Так, на перекрестках улиц Апаева и Сыздыкова пешеходный переход не освещается, а на улице Казабекби у сквера Турксиб фонари и вовсе без лампочек. Инспекторы отметили столбы без освещения и приступили к инвентаризации. Мы отметили все столбы, в котором по тем или иным причинам отсутствует освещение. Данную инвентаризацию мы провели днем. Мы включили в список только те фонари, которые не горели. По всем улицам, где нет света, произойдет замена фонарей. Как отмечают специалисты, работы по устранению проблем с освещением улиц начнутся в следующем году. В Таразе на 240 улицах мы провели полную инвентаризацию. Проверили район за линией и дальнюю красу. В 2020 году благодаря выделенному бюджету решим проблемы с освещением. Решение проблем с освещением улиц города поможет избежать дорожно-транспортных происшествий. Поэтому инспекторами города будут проводиться подобные рейды и в дальнейшем. Катерина Иващенко, Азат Байтимир, Улжан Таласказа, 77 News.